пойдешь. По поводу, как я выбрал их, ну, во-первых, это исключительно мой выбор. Это люди, которые мне симпатизируют. Вы с ними были знакомы до того? С некоторыми да, с некоторыми нет. Но мне не помешало с ними познакомиться в моей фотосессии, так как вся эта фотосессия проходила в очень мягких условиях. То есть музыка мелодичная, все тусуются, кушают тот же шоколад, все пришли вместе, не по очереди. Вся съемка заняла, ну, максимум, может быть, часов 8. Поэтому вот так вот по очереди мы снимались, веселились, отдыхали, рассказывали анекдоты. Ну, вы увидите еще ролик обязательно, как это все проходило, и поймете, что было веселье. Да, они делали какой-то такой макияж или такую прическу. Почему блондинки? Просто оно родилось, и все. Его любимый тип женщин. Возможно, но это на подсознание исключительно. Анна Гонова! Я говорю, для своей экс-солистки группы Топлес, может, ты мне подаришь картину? $50 начальная цена. $50? $55! Хорошо. Сколько предлагаете? $70. $70. $70 раз. $70 два. $70! Кто-то крикнул горько? $70 три! Камила, выходите сюда, пусть все видят. Вам не нужен сегодня спутник на вечер? Нет? Практически у всех ассоциируется с чем-то плюш. $75 раз! $75! Так светится $80, нет? Кивните, не надо ничего говорить, кивните, вы просто кивните. 80? Пусть на портрете, нет? Жанет! Итак, Жанет, это уже не шутки. На сегодняшний день у нас самая большая цена, это $80. Паш, привет. Лицом так, чтобы все увидели. Я не запомнил все титулы Паши, он чемпион Европы, чемпион мира по версии такой-то. Вот часто по Евроспорту можно видеть здоровых парней, которые перетягивают огромные шины от БелАЗа, машины тягают. Вот это, собственно говоря, Паша Сорок. Если кто-то желает оспорить претензии на Жанет, вы можете обращаться совершенно к нему. Человек добрый, мирный до поры до времени. Итак, $50, $70 было, $70. Мешки, мосты, солнце, ты все равно силуэты, цвета, обратите внимание, оттенки зеленого, фиолетового, безукоризненные.